В Тверской области составлен топ-5 дорожных объектов, отремонтированных в 2019 году по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Критериями отбора стали протяженность отремонтированного участка, применение современных технологий и другие. Подробнее о списке в нашем сюжете. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – один из 12 проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В Тверской области по национальному проекту в течение 6 лет отремонтируют 1244 километра автодорог регионального значения и 262 километра улично-дорожной сети в Твери. Наш регион обладает, я хотел бы напомнить, самой большой сетью протяженности автомобильных дорог региональных. В Центральном федеральном округе это практически 15,5 тысяч километров. Это очень большая протяженность сеть наших автомобильных дорог. За последние годы мы существенно увеличили объем и качество дорожного строительства. Нацпроект нам даст дополнительную возможность развиваться в этом направлении. По итогам первого года реализации национального проекта в нормативное состояние приведено 140 километров региональных автодорог и улиц Твери. Самым протяженным объектом стала автодорога Осташков-Сележарово-Ржев. В 2019 году отремонтировано два участка этой дороги общей протяженностью 30 километров в Осташковском городском округе и Сележаровском районе. В этом году работа продолжится и в эксплуатацию будет введено еще 28 километров. Он наиболее разрушен. На него происходило наибольшее количество жалоб, и он наибольше используется людьми в проезде от Торжок-Осташка до федеральной трассы М9. Самой туристической признана автодорога Торжок-Осташков. Это ключевой туристический маршрут в Осташковский городской округ, к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни и истоку Волги. Наша организация использует передовые технологии как в работе, так и в давлении смеси. Но в смеси мы используем медицинскую добавку для увеличения качественных характеристик смеси. То есть все современные добавки, что есть, используются. Самый современный объект – автодорога Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна. В 2019 году отремонтировано 25 километров в Ромешковском районе по технологии регенерации. Существующее асфальтобетонное покрытие отфрезеровали, после чего уложили три слоя нового – регенерируемый из асфальтогранулобетонной смеси, выравнивающий и верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На этой дороге было отфрезеровано существующее покрытие, положено верхний слой основания из регенерируемой асфальтобетонной смеси существующей, уложен выравнивающий слой, верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Улицу Горького в Твери можно назвать самым крупным объектом ремонта, который проходил в рамках национального проекта в 2019 году. Общая протяженность одной из центральных магистралей Заволжского района составляет 2407 метров. Масштабная работа была проведена на участке от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта по всей длине улицы. Ну а самым историческим из объектов ремонта можно назвать улицу Андрея Дементьева в Твери. До революции она носила название Скорбящинская, а с 1919 года – Володарского. Спустя 99 лет, в ноябре 2018 года, эта улица в центральной части города стала носить имя известного поэта, уроженца Тверской земли Андрея Дементьева.